guys, long time no see. Well, I feel kinda sleepy after my uni practice, so I'm a little bit lazy to speak in English. But I still have my cup of coffee, so yeah. I have many questions for answering, so I picked some of them. About 4 questions in English and 4 questions in Russian. Hope I'll answer it after some episodes of my blog. Yeah. Okay, let's begin. Questions from Bloody Confessions 95. First, chocolate or vanilla? Of course, chocolate, because I hate vanilla. Second, green or kaido? Kaido, for sure. Third, if you were stuck in an elevator, who would you rather be stuck with? Well, my colleague or my friend or some non-boring person to have fun when we are in an elevator. Fourth, if the Vocaloids were in a horror movie, who do you think would die first and who would survive until the end? Why? Well, I just hate, well, maybe not hate, I just don't like Miku, so if Vocaloids were in a horror movie, Miku, please die first. And well, I think Luca will survive because she's kind of that Korean woman. Yes, she will survive and Len will die somewhere in the middle or in the beginning, like Kenny. Yes. Fifth, explain the word ice cream in the most manly way possible. Manly way? Oh. No. I don't know what to say. Sorry. Next question from Wishful Waiting. Do you watch anime? If you do, have you seen Hetaia? Well, not till the end, but yes, and I'll be playing Norway there. Clarine 112. What kind of songs do you prefer to sing? Well, I love to sing Vokorok very much. I also love sad songs with nice lyrics and melody. I think it's enough for the wish of singing. Azit and Haru, have you ever had choral experience? Nope, because when I was about 10 or 12 years old, I was trying to enter the school chorus, and my teacher said that I can't sing. So, as you see. Три вопроса от The Trick. Первый. Как относишься к детям лет 5-4? Ну, со мной могут многие не согласиться, но лично я терпеть не могу любых детей ни под каким соусом, поэтому стараюсь просто держаться от них подальше и, ну, не попадать ни в какую ситуацию, которая с детьми связана. Второе. Если я не ошибаюсь, у тебя есть пес, какая у него порода? Его порода Бассет Хаунд, и он один в нашем городе. Третий. Как ты думаешь, ты бы смог приехать какому-нибудь человеку, который взял твой текст для фандаба, и оторвать язык или голову?
Ну, со стороны, конечно, может показаться то, что я тиран, который просто не дает свои тексты, но, ну, само собой, я не буду настолько тратить свои нервы. Хотя, конечно, очень сильно неприятно, когда кто-либо, особенно когда это маленькие, опять же, дети, которые совершенно не умеют петь, берут этот текст и пытаются с ним что-то сделать, особенно если они пытаются с ним на какие-нибудь фестивали. Поэтому лучший выход – это регистрация всех переводов в российском авторском обществе. Так что закон не дремлет, помните об этом. Просто котейка. Очень бы хотелось узнать, как вы увлеклись пением и косплеем, а также какие ваши любимые фандомы. Ну, на первые два вопроса я отвечала уже в предыдущих блогах и в интервью, которое недавно проходило на аниме-радио. Насчет любимых фандомов, ну, на данный момент я могу сказать, что меня заинтересовали Анго, Шестая Зона и Нана. На данный момент я считаю, что... Ну, кроме вокалоидов. На данный момент я считаю, что это мои любимые фандомы. Банана Ку. Если бы ты была парнем, то какое мужское имя хотела бы себе и почему? Тяжелый вопрос на самом деле, потому что я точно не знаю, что можно на него ответить, но... Ну, имя Алексей неплохое или Александр, наверное. Второй вопрос. Почему именно Лена, не Кайта, допустим, из-за внешности или как? Ну, во-первых, ну, да и в последних. Ну, какой из меня Кайта? Ну, да и я у Кеша. Все. Кроме того, мало кто 22 года выглядит так, как выгляжу я. Мне не продают пиво, сигареты и так далее, поэтому без комментариев. Фокстян, вы смотрели My Little Pony Friendship is Magic? Ну, тот новый сериал, который сейчас так популярен, я не смотрел, но, в принципе, я с детства увлекаюсь пони. Когда-то я скупал все журналы, которые выходили. Поэтому, ну, я думаю, сначала пересмотреть старый сериал, а потом перейти к новому. Тем более, что мне предстоит косплеить персонажей оттуда. Думаю, несложно догадаться, какого. Итак, на этой радужной ноте, на понях, я... закончу сегодняшний выпуск и пойду погуляю. Всем пока!